Друзья, всем привет! У нас задание: нужно собрать коробки с конфетами в приятном парке, астралистых оградах или торговой точке. Я предпочел полететь в приятный парк. С приятного парка на машине добрался до астралистых оград. В приятном парке находятся конфеты в двух домах. В астралистых оградах находятся в сквере, так называемом, либо в доме. Ну, в общем, те места, где я побывал, я показал. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.